Все так долго ждали этот день. И наконец-то он настал. Городская экстремальная игра. Вызов принят. Дай волю эмоциям. Именно под этим девизом самые смелые, бесстрашные и отважные любители экстрима пройдут проверку на прочность. Их ждет много интересных конкурсов, море незабываемых эмоций и ярких впечатлений. Прекрасные пейзажи, свежий воздух, крутые организаторы и не менее крутые участники. Сегодня с нами около 70 смельчаков, готовых показать всем, на что они способны. Почему пришла идея провести данное мероприятие? Ну, данное мероприятие направлено на поддержание здорового образа жизни, на его пропаганду. Также будет интересно ребятам из других университетов познакомиться друг с другом и наладить контакты, в принципе, студенчества, то есть городского. Хотели бы вы сами поучаствовать в данном мероприятии? Как бы станции и задания, мне кажется, были сложные. Для меня бы это тоже было сложно. Мне кажется, с половиной заданий я бы не справилась. Поэтому участники, которые приняли этот вызов, я считаю, что достойны уважения, просто хотя бы за то, что они все это прошли. Как вы думаете, что возьмет для себя каждый участник из этого мероприятия? Ну, каждый участник, во-первых, он проверит свои физические способности, свои силы, умения в различных ситуациях, каких-то туристических. И также надеюсь, что участники команд продолжат общение вне игры и будут общаться в реальной жизни. Расскажите о своих эмоциях более подробно. Как вам сегодняшний день, как вам мероприятие и вообще работа в команде? Ну, как бы само мероприятие отличное, оно сплочает людей, как бы более организованные себя, как единый организм действует, вся в целом команда, то есть где-то помогает, там подсказывают, болеют, чтобы ты быстрее и качественнее прошел. Ну, вы бы еще раз поехали на данное мероприятие? Да, почему бы нет? Ну, такая более грязная одежда надо.